имеет представитель Коммунистической партии Германии Витальд Юрген Фишер. Дорогие товарищи, от имени Центрального комитета Коммунистической партии Германии, ее председателя Тостеневича, как и всех членов и симпатизантов Коммунистической партии Германии, я передаю вам братские приветствия и самые большие пожелания успеха конференции о роли, значении Великой Октябрьской социалистической революции и опыта строительства социализма в Советском Союзе для современного мирового и коммунистического и рабочего движения в столице революции в Ленинграде. Мы благодарим за приглашение Российской коммунистической рабочей партии, Коммунистической партии Советского Союза. Для нас это великая честь, потому что Коммунистическая партия Германии сравнительно маленькая. Коммунистическая партия Германии была снова основана в 1989-90 году во время контрреволюции в Германской Демократической Республике, когда правый оппортунизм завоевал бывшую единую социалистическую партию Германии, потому что мы хотели бороться дальше как организованные коммунисты на позициях марксизма-ленинизма. Мы в традиции лучшего, что произвело немецкое рабочее движение Германской Демократической Республики. Мы идем дальше путем, который начался в 1918-19 году с основанием Коммунистической партии в Германии и продолжился объединением социал-демократической партии Германии в единой социалистической партии Германии. Мы храним традиции лидеров немецкого рабочего движения Роза Люксембург и Карл Либкнехт, Эрнст Тельман, Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Эрих Хонекер и других. Наша партия – маленькая партия, потому что враг – монополистическая буржуазия в Германии НАТО очень сильный. Он угнетает с помощью тайной полиции, лживой пропаганды, иногда также насилия прогрессивные части рабочего класса и всех трудящихся. Мы последовательно боремся против НАТО, СР, Федеральной Республики Германии и всех махинаций империализма по завоеванию мирового господства, особенно империализма США. Мы поддерживаем сильную Российскую Федерацию и сильную Народную Республику Китая. Мы заявляем о своей солидарности с всеми прогрессивными партиями, государствами и их правительствами, особенно со всеми социалистическими государствами, например, Демократической Народной Республикой Корея или Республикой Куба, и народами, которые обороняются против империализма, как народ Арабской Республики Сирия и народ Народных Республик Новороссия. Мы находимся в самых лучших отношениях с партией труда Кореи. Мы стремимся к расширению международных контактов и отношений и к единству коммунистов, чтобы дело суверенитета в мире прогрессировало. Особенно после 25-го съезда Коммунистической партии Германии в 2005 году в Германии цель нашей деятельности – объединение коммунистов единой коммунистической партии на основе марксизма-ленинизма, которая может вести классовую борьбу и борьбу против империализма, чтобы прийти к победе социалистической революции. Мы не строим иллюзии о трудности и жертвах этого пути.
мы благодарим коммунистов из Республик Советского Союза за помощь, которую они нам, немецким коммунистам, за 100 лет оказывали много раз. Опыт советских коммунистов и всех других прогрессивных сил мы используем интенсивно. На немецком языке есть обширная литература, в которой можно прочитать о важном опыте и результатах существования Германской Демократической Республики, социалистической альтернативой на немецком земле. Коммунистическая партия Германии поддерживает августовскую декларацию Октябрьского. Надежде на продвижение научного обмена опытом желаем конференции и дальше много успехов. Здравствует совместная международная борьба коммунистов.